Сейчас к другим темам. В 4-й гимназии Красноярска объявлен карантин. Распространится он только на один первый класс. У детей нашли кишечную инфекцию. Но малыши все равно ходят на занятия. Правда, на переменах из кабинета не выходят. Их постоянно осматривают медики. Остальные начальные классы находятся под наблюдением. Врачи также следят за состоянием детей. А в школе провели дезинфекцию. Родители уверены, что причина в испорченных продуктах. Но в управлении образования говорят, это штатная ситуация, поводов для беспокойства нет. Как долго продлится карантин, пока чиновники сказать не могут.